Всем привет, всем привет, привет. Вы на канале «Пиратская жизнь». Ну что, я собираюсь в парикмахерскую подстричься. Вот беру в своей парикмахерше небольшие презентики. Сейчас лифт подъедет, будет видно. Небольшие презентики из Таиланда. Манго, конфетки кокосовые. Ну что, лифт подъезжает, нет? Ой, уже тороплюсь, опаздываю. Ну все, успела за час и поесть, и приготовить, с вами поболтать. Так, о, наконец-то. Вниз. Все. Короче, вот, смотрите, взяла вот такие вот конфетки кокосовые, прикольненькие. Вот. И взяла вот такой вот манго. Я думаю, будет отличный, так сказать, презентик моему. То есть небольшой, но со вкусом. Я вот этот манго взяла, короче, и всем, короче, разорю. Сушеные. Ну, знаете, натурально его очень сложно привезти. Я вам так много привезла. У нас, кстати, два всего осталось. Вот, а вот такие вот можно привозить. Так что, кто будет привозить из Таиланда, имейте в виду. Все, запомните, у меня вот такое вот страшненькое. Все, еду сейчас стричься. Вот сегодня, надеюсь, красивая вообще. Девочки, смотрите, какая красивая. Красота. Нам вот так оставить вообще идет. Хайер. Ну все, следующий этап. Валяемся, лежим. Вот у меня все тут... расправили. То есть какой-то новый гаджет мне накинули. Такой как воротничок. Такой тяжеленький. Для того, чтобы не пачкать. В новом халатике. Потому что снимаю кофту свою. Потому что в противном случае всю испачкаю. Что сделаем? Скоро красивая. Вообще. Блондинка снова. Это все волосы в Таиланде сожглись. Желтые стали. Вот если бы, кстати, я не привезла в Таиланд вот эту вот краску. Шампунь оттеночный. Наверное, вообще приехал желтый, да? Приехал в капец. Есть такая вероятность, причем, когда металлов много, желтый становится не как фон осветления, а темнее. То есть он такой бы, я бы такой желтикой бы приехала, да? Прям конкретно, да. Вот я помню, тогда ездила в это, не в Турцию, в Турцию мы тогда ездили, и я вот приехала, у меня не было вот этого оттеночного шампуня, я ничего не взяла с собой. Я приехала, я вся желтая была. Просто вот едко желтая. Да, есть такой формат, например, просто вымывается соленой водой, плюс, например, солнце выгорает, и просто фон осветления светлый. А есть содержание большой металлов, это как уплотнение, это как все время моете голову красителем, по сути. То есть оно оседает настолько, и его, ну, волдорану вот так вот не вытащить. Другая система идет очистки. Сейчас, как говорится, все поправим. Он тут тоже вот разговорились. Представляете, билетов в Москву нету. То есть из-за того, что очень активно сейчас все едут в Москву, видать, из-за каникул. Билетов просто не осталось. Нормальных, да? А то есть я молчу там за «Ласточку», там, да, за какой-нибудь «Сапсан». Ничего этого нету, да? Ничего нет. Если вот билеты, вот сейчас смотрю, думаю, что кто-то дал, никто не сдал. Есть тот, который идет 11 реально часов. А ночью так? Он сидячий еще. А он сидячий? А там нет купе? Там даже, по-моему, есть возможность там и сидячий, и купе. Там нет? Короче, не знаю, остались только сидячие. Ага. Он приезжает, ну нет. Это все в Москву, короче, рванули. Все в Москву. Москва, Москва. Есть еще тот, который идет 7 часов. Он еще в наличии. Ну, тоже там какой-то он плацкарт купе. Он приходит рано утром. Да. Я говорю, вот этот отдых, да, то есть смысл в том, что ты вот пока едешь, настолько устанешь, а вот а потом обратно то же самое, то есть стираются все вот эти вот эффекты отдыха. Как бы даже двое суток добирались, я думаю, ой, я сдохну нафиг. Последний этап. Слушайте, я тут сижу уже сколько? 1:20. Прикиньте, у меня все красят. Самое долгое, конечно, это окрашивание. Потому что сначала тебя обесцвечивают, потом тебя красят там туда-сюда. Устала, у меня уже шея болит. Мне, кстати, там дали подарочек, который небольшой. Такие специальные наплечники, как воротничок для окрашивания. Давай придем, покажу. Да. Все бонусы тоже себе выплечиваю. Вот. Так что. О, шея встала. Зато будут красивые. Девочки, страдаем. Вот такая вот наша страдальческая доля. Приходится нам страдать
ради красоты. Ну все, девочки, зацените. Да, хотела выбрить вот здесь вот, но решила остаться как всегда. Как всегда. Ну, цвет немножечко поменяла. Восстановила волосы полностью, чтобы были здоровые, хорошие. Вот здесь хорошо видно. Ну как? Хорошо? Хорошо? Теперь на голове аккуратно, красиво. Я считаю, что здорово. Все, пойду шокировать мужа. Кстати, у меня там еще один подарочек пришел. Ну что, поехали. Зацените. Зацените. Здесь свет хороший. Пипец, а у нас снег идет? Обалдеть. Слушай, зашла, он сейчас купила это, капля стиловит. Мне пришли со Здрав Сити. 454 рубля получилось. Вот там сейчас бабушка стоит, лекарства какие-то выбирает. Блин, вообще, на самом деле, знаете, очень удобно сейчас вот заказывать в интернете, и дешевле получается, и лучше. Потому что вот пришла бы я в аптеку, просто Максовит взяла бы вот такое средство, оно бы рублей 600 стоило. А мне оно сейчас стоит 454. Что нужно идти в ногу со временем, товарищи. Ну что, пошли домой. Вована шокировать своим новым видом. Сейчас опять меня как-нибудь обзовет. Он же любитель вот так вот. Офигеть, домой не пущают. Пустите домой, мужчина. Ходит тут, понимаете. Ах ты. О, девочки, раковина, смотрите, чистейшая. Ну-ка, тут все чисто. Ну, конечно, есть кое-где придраться. Ну, вообще, красота. Девочки, красота. Смотрите, а. Так, здесь, конечно, поставлю. И помою обувь. Так, на вас волосок. Во. Блин, вся в волосах, девочки, вся в волосах. Так, видите, у меня обувь. Сейчас мы ее помоем. Прям в ванну. Ну, а он молодец, помыл. Хотя бы. У меня обувь практически чистая, я нигде не ходила. Так маленечко, классно. Чистую ванну. Ну, молодец, попросила, сделала. Вот. Молодец. Видите, муж у меня какой, вот. Дрессированный, ручной. Ручки помою. О, слушай, хорошо, хорошо на голове. Конечно, смущает то, что мне это делают долго очень. Три часа, представляете, три часа мне это делали. Три часа. Так, сейчас ручки. Не, ну голова хорошая. Аккуратненько, классная. Классная, девочки. Ну, блин, ну капец, три часа вообще. Я два часа сидела вот так вот с головой. Так вот, она меня красила, я прям сидела вот в этой раковине. Два часа, представляете, сидела. Ой, я думала, у меня шея отвалится. Нет, нормально. У нее какой-то вот такой стиль окрашивания, знаете, что она вот именно прям в раковине красит. Он говорит, так удобно. Ну, не знаю. Вот, но три часа, кстати, три часа. Не, ну, конечно, блондинок долго красит, но тем не менее. Теперь на голове хоть аккуратненько, хорошо. А то у нее уже пишите, стригись, стригись. Сколько отдала, как думаете? Сколько отдала? 5200. 5200 такое. Но на самом деле, это не так уж дорого. Потому что я смотрела другие салоны, там еще дороже. Там вот реально, там одно окрашивание стоит от 5 до там 30 тысяч. То есть в зависимости от сложности окрашивания. Вот, но мои волосы она уже знает, стрижка тоже я там молчу. Вот, так что для качественной, хорошей стрижки, аккуратненькой, это не такие уж и большие деньги. Да, конечно, можно там пойти в какой-нибудь, знаете, захолустную парикмахерскую, там, за 1000-1500, там, постричься, да, но вас и подстригут как вот. А здесь все-таки, знаете, каждый волосочек, конечно, 3 часа, ну, вот так вот, в таком состоянии, тяжело, но тем не менее. Ах, красота, девочки, требует жертв. Посмотришь на меня и понимаешь, что больших, да? Вот так вот. Ну, хорошо же, согласитесь. Все, привожу себя в порядок. Надо Вовану тоже в порядок привести. Ну чё скажешь, муж? Объев все грув. Чё, муж, скажешь? Нравится тебе? Ничего. Жена-то красивая? Нормальная. Ну-ка, посмотри на меня. Спину потянет. Спину потянь? Да. Да? Да. Да. Ах ты вредный, ах ты нехороший. А ты мылся? Нет. А ты мне чё обещал? А то, что ты редиска.
А тебе прям времени не было? 15 минут. Меня. Ты мне что сказал? Ты мне вчера... Ты мне заставила мыть ванную. И что? И ничего. Ты мне клятвенно это... Если я помылся, ты пришла и скажешь, ты не мыл. А, то есть это... Писька ужасная. Не, ну я по раковине заметила. Иди мойся, хорошо, все. Я увидела. Все это есть. Сама. Иди давай. Представляете, вообще не моете. Грязнуля вообще, просто выбесила. Грязнуля сама. Такой муж у меня, девочки, что с ним делать вообще? Ванну помыл, а сам не помылся. Ох. Что за человек такой? Вов. Сама такая. Не знаю, я вот бегу в ванну ты мыться. Ты редиска злая. Сам такой. Я злая редиска. Да. Чего ж ты со мной живешь за злой редиской? Потому что ты редиска. И что ты со мной живешь? Потому что ты злая редиска. И ты любишь злые редиски? Ты такой извращенец? И да. Здесь, смотрите, какую еще штучку мне дали. Классную штучку. Ух ты, прикольно. Это вот такая вот штука. В общем, она специально... О, даже на магнитах, охренеть. Это вот кладется вот сюда, на бок. И чтобы, например, если у вас... ну, чтобы вот краска не капала. Очень классная вещь. Вот у нее была эта лишняя. Она ее выкинуть хотела. Я говорю, куда выкидывать? Давайте я возьму. Вот видите, даже с магнитиками. Охренеть. Прикольно, да? Во. Мне Вована красить. Супер. От Шварцкоп. Вот вместо того, чтобы всякие там, знаете, тряпки, полотенца на бок. Ну, это на плечи накидывать. Можно вот эту штуку. Ее, правда, сейчас отмыть надо. А резиновая. Ну, видите. Мне кажется, супер. А что покупать? Не знаю, кстати, сколько она стоит. Ну, наверное, недорого. Вот от Шварцкоп профессиональная. Да-да-да. Вот так вот. В общем, хожу, побираюсь. Ой, все, разделась, короче. Ой, что у нас? О, фига себе, у нас снег валит. Обалдеть, снег валит. Девочки. Мои цветочки, лепесточки. Девочки, я себя люблю. Конечно же, я себя люблю. Смотрите, что у меня тут есть. Да-д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 а. Это новая электрическая зубная щетка от бренда Xiaomi. Называется Nandmi NX8000. Новая супер-пупер щетка. Короче, девочки, да, нам прислали на обзор, и, конечно же, я не отказывалась. И вот такая вот прелесть. Давайте смотреть, что же тут у нас внутри. Слушайте, себя надо радовать, девочки. Себе нужно дарить подарки. Подарочки. А подарочки я люблю. Так, ну-ка, открыть бы ее. Я уже пакетик сняла, посмотрела, что там все дошло. Вот, шло, кстати, очень быстро. Так, сейчас мы это дело распакуем. Сложно. Себя, девочки, надо любить. Не мужиков вот этих вот, неблагодарных, а себя надо любить. И делать себе подарки. Вот лишний раз в этом убеждаюсь. Прям целая проблема открыть. Так, смотрите, что у нас внутри. Та-дам! Та-да-да-ду-ду-ду-ду-ду. Смотрите, вот это у нас щетка. Белая, красивая, стильная, золотой окантовочка. И вот это у нас насадочки. Насадочки! Пойдемте сядем. Вон, у меня тут чай еще есть. Так, что же у нас тут за щетка такая? Интересненькая щеточка. Так, короче, смотрите. Прелесть. Красота. Та-дам! Вот такая красота. Так, это у нас основная щетка. У нее есть несколько режимов, как я читала. Так, и, кстати, есть зарядник. Где тут должен быть зарядник? А это у нас, смотрите, это у нас целых 12 штук насадок. Да. То есть можно даже либо использовать ее долго. Вообще, как бы, она рассчитана, как я поняла, на 3 года. То есть вот этих насадок 12 штук. Рекомендуется менять вот эти насадки раз в 3 месяца. Но если у вас нет возможности купить сразу несколько штук, да, таких щеток, то можно, например, каждому члену семьи по отдельной насадке. И он просто так нацепил, и все, и вперед. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Это где? Или сколько? Что-то я, по-моему, запуталась. Так, 1, 2, 3, 4, 5,
6 и вот этих 6. Да, все верно. 12 штук. Вот. Как вообще рекомендует производитель менять такие насадки раз в 3 месяца? Здесь, кстати, два вида насадок. Одни для тех, кто любит пожестче, и для тех, кто любит понежнее, нежнятенько. Так, это вот, кстати, даже, смотрите, такие, видите, тоненькие такие волосочки, прикольненькие. Здесь у нас в инструкции еще что идет. В инструкции у нас еще идет инструкция. В инструкции идет инструкция. Так, она у нас даже по-русски. О, смотрите. Она у нас даже на русском языке. Кстати, гарантия идет 3 года. Если вдруг она у вас сломается, то можно у производителя потребовать замену. Там, по-моему, что-то нужно видео снять, отослать, и они вам вышлют точно такую же щетку, только новую. Так, ну вообще все в гарантийном талончике, все указано. Вот, здесь видите, даже гарантийный талон есть. Вот. Так что не волнуйтесь, этой щетки, если вы будете пользоваться один, вам хватит реально на 3 года. Представляете? На 3 года. Вот такая щетка. Что у нас еще идет в комплекте? У нас в комплекте еще идет вот такое зарядное устройство. Оно, видите, от USB. Вот такое. То есть, получается, его вот так вот берешь. Тик-тик. Так, и вот так вот ставишь и заряжаешь. Кстати, вот у этой модели, у нее считается самый крутой аккумулятор. Реально самый крутой на рынке. Потому что он держит заряд до 200 дней. Представляете? То есть, вот, например, если мы куда-нибудь поедем в путешествие, можно ее зарядить и быть свободным. 200 дней, это сколько у нас? 8 месяцев примерно, да? Представляете, можно уехать на всю зимовку в Таиланд, и просто будет все замечательно. Во. Так, у щетки, что еще? У нее есть несколько вариантов, соответственно, чистки. Вот, у нее есть sensitive, это когда чувствительная чистка. Вот такой режим sensitive, режим clean, то есть вот конкретная чистка, режим отбеливания, white, вот, полировка и гам-каре. Ну, конечно, не на ее английский, это, конечно, отдельная тема. Гам-каре это, по-моему, массаж, если не ошибаюсь. Давайте попробуем включить. Снимаем пипочку и нажимаем. Слышите, как это шумит? Что так тихо шумит? Кстати, управление по вот этой кнопке. Дыщ. О, видите? Вот. И это было, кстати, sensitive, а вот это clean. Уже, видите, интенсивно так, да? Так. Вот, если нажать white, вот этот вот, соответственно, пулиш, фиг знает, что это как переводится, переведите мне в комментариях. И вот это. Во. То есть у нее несколько вариантов чистки. О, кстати, такая тихая, и прям чувствуется вот эта вибрация. Девочки, только не перепутайте ее с основным средством. Может, у вас тоже есть что-нибудь такое вибрирующее? Что? У меня тут была подсказка зала. В общем, короче, Вован тут изучил полностью инструкцию и говорит, что ты не сказала, как ты могла, ты не сказала, что у нее есть, оказывается, датчик давления. Короче, девочки, смысл в том, что у нее есть датчик давления, и если вы будете сильно давить на зубы, а я, кстати, любительница этого делать, вот сейчас я вам покажу свои старые щетки, это капец вообще. Они у меня просто, как, знаете, растрепанные, прям капец. Вот. И, знаете, я очень люблю так. Вот, с этой щеткой будет проще, она сразу вам даст сигнал, что вы, например, очень сильно давите, и не надо такое делать, да. Вот, Вован показывает мою старую раздолбанную щетку, смотрите. Видите, она в каком состоянии нужна? Я любительница так вот. Я себя не совершенно не жалею. Зато у меня, смотрите, все зубы свои, да? Вот так. А у него вставные. У меня свои. Давай пойдем попробуем. Что ты тут это рассказываешь, показываешь? Нужно все пробовать. Давай вот мне sensitive. Давай. Так, а что там еще какие датчики у нее есть? Одевай насадочку. Крутые. Давай. Оденем сейчас насадочку на эту штучку. Так, надержи щетку. Что у нас? Новый гаджет. Я обожаю новые гаджеты. Давай. Не, прикольно. Знаете, бренд Xiaomi это вообще очень классный бренд.
Они производят все, что хотите. У них там вот полный спектр. И вот этот вот Nandmi, это получается как суббренд. Мы когда были в Таиланде, у них чего только не делают они. Даже поилки для животных, представляете? Кстати, кого такая щетка заинтересует, я оставлю ссылочку в описании. Если понравится, заказывайте. Давай посмотрим. Сразу попробуем. Вот, смотрите, вот такая вот насадочка. Будешь хорошим мальчиком, я тебе выделю отдельную насадочку. Будешь плохим мальчиком, я тебе закажу такую же. Так что выбирай сам. Так, ну давайте вставляем. Момент истины до щелчка. Так, да? Все. И включаем. О, она же тихо работает. Ёб твою мать. Извините, я это вслух сказала. О, тыщ. О, я включила сенситив. Да? Слышишь? Кстати, давай проверим, как она показывает. О, видите? О, видите? Желтый сигнал, видите? О, видите? Мигает она. Значит, сильно давишь. Да. О. А еще, кстати, у нее есть датчик, когда заканчиваются 3 месяца, чтобы вы поменяли, не забыли. Что время, цыглю-люлю. Михаил Светлов. Шло 3 месяца. Вот, бывает. Того, как вы. Смотрите, отбили меня. Что я почистим? Так. Давай сенситив. А то я себя не берегу. Тик-тик-тик. Короче, здесь просто нажимаете на кнопочку и меняются форматы. Режимы. Да. Все, как включается сенситив? Что у меня не включается? Он у меня почему-то включается. А, во. Вот, сенситив включен. Так. Так, это пока убираем. Так. Нет. Держи. Не перепутай. Так. Берем пасту. Сенситив это. Сенситив, да, пасту. Это вообще-то отбеливание. Сенситив это, фу, блин. Твой английский еще хуже, чем мой английский. Иди в жопу. О. Все, она меня сейчас всю пасту расфигачит. Ну-ка пробуем. Нажимай, если что, он тебе подаст сигнал. Ты сильно жмешь. Это же хуже, да? Это зубы хуже. А ты говоришь, что я зубы не чищу. Короче, сейчас промой. Девочки и мальчики, вот такая зубная щетка от бренда Nandmi. Спасибо большое бренду Xiaomi за то, что они нам прислали на обзор. Очень классная. Буду пользоваться, потому что моя старая раздолбанная, видите, я уже ее всю и прям... Да. Мне, кстати, очень нравится, когда ты чистишь, и такая небольшая вибрация, я прям вообще кайфую от этого. Я уже к этому настолько привыкла, что я обычными зубными щетками уже просто даже не могу пользоваться. Вот, мне нужно чувствовать эту вибрацию в руке, что она вибрирует, что она такая... Ах. В общем, девочки, советую. Очень классный подарок, если, например, кому-то подарить, подружке, себе любимой, а вот, ну, не знаю, мужчине какому-нибудь. Кстати, у нее есть еще влагозащита, что-то там IP, там какая-то там фигня. В общем, можно с ней даже в душе нырять и под водой чистить. Классная вещь, советую. Одна из немногих с таким огромным аккумулятором. Аккумулятор реально на 200 дней. То есть зарядили один раз и на полгода спокойно чистите. Не надо мучиться и каждый раз ее подзаряжать. Так что советую, кого заинтересовало, ссылочку я оставлю в описании. Все, еще раз напишите, как вам мой красивый образ. По-моему, хороша я хороша, теперь буду еще с белыми красивыми зубами. Так что любим всех, целуем, увидимся обязательно в следующих выпусках. Увидимся, пока-пока.